Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня Сегодня у меня квадроцикл CF Moto. Это CF 500 Basic. Ситуация сложилась следующим образом. Зиму стоял и напал на него крысиный электрик. Пожевала проводку. Причина вот такая. Включаем зажигание. И светится задняя скорость и нейтралка. И с ключа уже не завести его, он не хочет. Приходится нажимать на тормоз, чтобы запустить. Долго искать не пришлось. Открыл сиденье. И вот здесь вот увидел, сейчас фонарик возьму. Вот если посмотреть, провод отгрызан. И вон датчик под воздуховодом. С датчика снял вот этот разъем. Провод отгрыз крыс. Вообще сожрал его кусок и погрыз изоляцию на разъеме, но изоляцию изоленты восстановлю, а провод здесь пережму, а там через, сейчас сниму щитки, через соединительную муфту соединю, ну посмотрю, где еще может что-нибудь наделал. Снимаю сумки, чтобы щитки снять боковые. И откручиваю болты и саморезы. Точно так же снимаю со второй стороны. Снял оба щитка. Все вокруг осмотрел. Никаких больше проводов не тронуто. Все оставили как есть, пожалели. Понижу я его в ранге. Назову его не крысиный электрик, а крысиный диверсант. Сейчас провод вытащу на ту сторону. Соединю. Здесь его не хватает, буквально сантиметров, может быть, 7. Чем он ему не понравился, что он его отгрыз. Может, мешал ему развернуться в этом месте. Сюда его вытяну. Вот он провод. И он сожрал его. Не то, что его покусал, он этот кусок сожрал. Что я тут сделал? Вот эту заднюю часть я отверткой разъединил, провод очистил, завел, закрутил сверху, закрутил снизу и вывел под этот зажим. В этом зажиме я теперь зажму. Контакт будет хороший, шевелиться он, провод не будет. А так по-хорошему
нужна новая правочка, то есть новый клемник, и нормально обжимками его обжать. Но так как его нет, я восстановлю этот, и будет он нормально функционировать. Все, вот он зажат. Я его закрутил с двух сторон. И отсюда, и отсюда. Провод не выдернуть. Также срезаю здесь изоляцию. И зачищаю провод. Сейчас термоусадочку одену. Термоусадка. Распушу провод. Распушу этот провод. Соединяю их и скручиваю. Так как квадроцикл ныряет в воду, я его сейчас еще пропаяю. Так, снизу тряпку положу. Паяльной кислотой маленько намочу. Олово с канифолью, тоненькое. На весу. Ну, в принципе, все. Кончик я опаял. Этого достаточно. Контакт хороший уже. А дальше я его термоусадкой закрою. И в термоусадку засуну. О, вот так вот закрыл.
Вот и все. Провод заизолирован. Этот контакт тоже клемму вставляю обратно. Кожух. Ну, а дальше закрою ее изолентой. Вот так вот будет стоять и будет работать. Завожу ее на место. Все. Так, провод одел. Ну и попробовать, как он будет. Сейчас зажигание. Все. И не надо никаких тормозов нажимать. Запускается нормально. Все, ставлю на место щитки и крысу огромный привет. На этом все. Всего вам доброго.